Спасибі, що залишаєтеся на цьому телеканалі. У студії Євген Салтан, я вас вітаю. Вже за декілька хвилин моя колега Світлана Пензова разом з гостями говоритиме про те, як від нашестя шакалів потерпають села Одещини. А зараз до такої теми. Одеса увійде в список 9 обласних центрів, де реалізують програму щодо поліпшення роботи громадського транспорту. Цей проєкт дозволить вже до кінця цього року відмовитися від маршрутних таксі, замінивши їх електротранспортом і великими автобусами. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. І зараз з нами телефоном фахівець з громадського транспорту Аркадій Шупляков. Я вас вітаю. Да, здравствуйте. Отже, постійно в Одесі ведуться розмови стосовно того, що треба прибрати маршрутні таксі, замінивши їх електротранспортом та великими автобусами, але далі слів справа не йде. І ось є заява від міністра інфраструктури. Як думаєте, чи дійсно вже до кінця цього року у нашому місті можуть зникнути маршрутні таксі? Так. Да. Ну, смотрите, во-первых, я вот послушал то, что говорил министр инфраструктуры, он там сказал, что к концу года будет подписан договор с инвестиционным банком европейским, который позволит это сделать. То есть, следовательно, к концу года, там, одесситам не стоит ожидать, что маршрутки исчезнут, появятся сразу же автобусы, то есть к концу года только этот процесс, как я понял, начнется. Дальше по поводу того, что Одессе выделят, тоже там, помимо того, что он говорил, там инфографика показывалась, на Одессе там стоял значок трамвая и рядышком число 30. То есть, следовательно, планируется закупка 30 трамваев новых, и это тоже давным-давно уже в планах было, то есть это у нас Горэлектротранс производит свои трамваи, плюс вот планируется закупка именно новых не одесского производства. И плюс там действительно было, он сказал насчет того, что еще дополнительно 200 миллионов на всю Украину выделится для проведения так называемых тендерных совместных договоров, когда либо городская власть, либо частник закупает новый подвижный состав, и как наполовину это дополняется деньгами кредитными. То есть и там выгодные лизинговые условия. То есть это определенно делать нужно. И плюс тоже этот же инвестиционный банк для Одессы разрабатывал еще в 2018 году рекомендации, что нужно сделать Одессе, чтобы ее общественный транспорт стал лучше. И среди вот всех прочих рекомендаций, там по поводу трамвая, троллейбусов, которые уже 50 штук закуплено за те же кредитные средства, то есть это работает. 50 новых троллейбусов в городе уже есть. Там была закупка 223 автобусов 12-метровых. То есть рекомендовалось, чтобы эти автобусы закупал Одесгорэлектротранс, не частники, чтобы коммунальное предприятие взяло на свой баланс 8 наиболее популярных маршрутов. То есть я могу вот их перечислить: 185, 190, 232, 148, 121, 175, 198. Я думаю, большинство телезрителей именно этими маршрутами чаще всего и пользуются. То есть забирают их участников, город покупает эти автобусы вот совместно, допустим, с инвестиционным банком и показывает частникам, что это работает, что и повышается качество услуг, что больше людей начинает пользоваться общественным транспортом. И потом уже к этому процессу должны подключиться частники, естественно, там, с изменениями договоров. То есть вот 220 автобусов, тут тоже вот в их рекомендациях написана цена, это 26 миллионов евро. То есть кредит выделяется на всю Украину на 200 миллионов евро. То есть, следовательно, там 8 областей, то есть, в принципе, сумма реалистичная. Я дякую за вашу думку. Спасибі, що долучилися до роботи лайв-студії. Фахівець з громадського транспорту Аркадій Шупляков був з нами телефоном. Я додам, що за словами міністра інфраструктури, програму розробляє його відомство і Асоціація міст України за підтримки Європейського інвестиційного банку, який виділив 176 мільйонів. Планується підписання додаткової угоди на 200 мільйонів євро. Також проєкти будуть здійснюватися шляхом паритетного фінансування. 50% суми надає інвестор, а вже інші 50% фінансує саме місто.
І зараз з нами скайпом Петро Обухов, спеціаліст з транспорту. Петро, я вас вітаю. Добрий день. Отже, наскільки ви вірите у те, що така програма реалізується виключно в Одесі, і у нас, по суті, зникнуть маршрутні таксі, а замість них у нас буде більше електротранспорту та великих автобусів? Ну, я верю, что это будет, но не верю, что это будет в этом году. Простая математика. Мы несколько лет назад купили 48 троллейбусов БКМ белорусских за кредит ЕБРР за 8 миллионов евро. То есть выходит, что один троллейбус стоит 170 тысяч евро. У нас в городе до карантина работало примерно 800-900 маршруток в день. То есть на одну маршрутку можем заменить, ну, допустим, двумя троллейбусами условно. То есть получается, только на замену маршруток на троллейбусы нам нужно будет 68 миллионов евро. Это огромные деньги. Ну, я, конечно, буду счастлив, если нам кто-то их даст, но верится в это с трудом. Ну, здається, 50% на суми надає інвестор, 50% фінансується з міського бюджету. Чи знайдуться у нас необхідні кошти до кінця року? Очень сильно в этом сомневаюсь, особенно с учетом текущего кризиса. Я думаю, что будет большой недобор бюджета, и мы будем думать, как профинансировать там школы и больницы, а не как закупить там 400 новых троллейбусов. Это скорее фантазии министра, но в целом направление правильное. И в течение, может быть, там лет 5, потихоньку, понемножку, прокладывая новые маршруты электротранспорта, оптимизируя маршруты маршруток и электротранспорта, мы сможем избавиться от маршруток. Но вот так за год это невозможно. Тобто, за вашими прогнозами, повністю позбавитись від маршруток ми зможемо протягом 5 років, не одного року. Ну, это если сильно захотеть. Ну, конечно, любую проблему, если, знаете, такая поговорка, если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а расходы. И если нам вдруг кто-то подарит, там, ну, кроме троллейбусов, нужно еще контактную сеть, там, рельсы для трамвая. Если нам кто-то подарит там, 100-150 миллионов евро на это дело, то, конечно, мы это сможем за год, за два сделать. Тут еще вопрос в том, что эти 400 троллейбусов нужно успеть произвести. Это не так, что ты пошел в супермаркет и вынес оттуда 400 троллейбусов. Нужно этот заказ будет ждать, наверное, тоже не один год. Я дякую за вашу точку зору. Спасибі, що долучилися до роботи лайв-студії. Петро Обухов, фахівець з транспорту, був з нами скайпом. І далі я передаю слово своїй колезі Світлана Пензова. Разом з гостями буду говорити про те, як вберегти, як від нашестя шакалів потерпають села Одещини. Тема, я думаю, дуже цікава, актуальна, тому, Світлана, тобі слово.